руки, помоги, давай рукой. Выходи, я ломоду за обувью крутой. Теперь я запускаю Mammoth Games. Да. Итак, смотря. Значит, объясняю правила игры, да, кто не в теме. Mammoth Games — игра создана мною, то есть, да, вот, значит, создана, придумана полностью мной. Вот, игра уникальная в своем классе, значит, вот. Также мне зяблы помогли с графикой в этой игре, вот, пожалуйста. Итак, смотря. Сейчас я объясню принцип данной игры, да, это называется Mammoth Solutions, то есть, да, Gladicoin, то есть, да, получается, смотря. Вот смотри, допустим, ты задонатил 150 рублей, ты попадаешь в список крысы, вот. Ты задонатил 500, в чамары попадаешь. Задонатил Кенджик 1000, инвестор 2000, 5000, партнер. Смотри, чтобы стать модером, да. Сейчас, чтобы стать 100% модером, ты можешь одним платежом за 10 тысяч рублей. Раз и все. Да. Каждый, кто донатит 150, у него шанс на победу будет соответствующий. Да. Вот. А партнер, соответственно, имеет максимально большой шанс. Да. Вот. А 100% шанс имеет модерка. Именно 10 тысяч, пожалуйста. А вот, значит, будет крутиться, вертеться барабан счастья, так называемая рулетка. Все, сейчас я запускаю Мамонта. Привет, дедуль. Давно не играли в эту увлекательную игру. Нихуя себе. Спасибо за стримы. Па-па-па-па-па-пара. Итак, идет отчет, да, ровно, значит, 54 секунды. Вот. Но если по истечению, значит, отчета не будет вклад в Mammoth Games, Mammoth Solutions официально закрывается на сегодня. Итак, ну... Дедушка, сказать, добавь, ох, пожалуйста. Поперло. Да. Стать обладателем модерки, заветной модерки мечты детства вашего. Итак, уважаемые дамы и господа, Mammoth Games продолжается. Минус 150. У кого-то минус, дядя, у кого-то и плюс. О, попёра, бля. Тихо. Итак, Mammoth Solutions, да, от создателей компании Labian и Gladcoin, пожалуйста. Игра Mammoth Game. Главный приз — модераторский статус в данном чате. В чате лучших лучшего. Когда днями ждешь стрим, в надежде, что будут игры, и даже получится поиграть с ним в какую-то игру, да. Как вы. А эта кошелка почти 2 часа тупо считает деньги, которые капают ему капают. В смысле капают? Это я с ребятами играю в интерактивную игру, бля. Что за бред? Значит так, меняются немножко правила, участвуют только чамары от 500. Следующие участники от 500, отчет от 54 до 0. Кто не хочет участвовать, тот не донатит. Пожалуйста. Участники только от 500. Все. Ебать ты придумал, дядя. Так, реально, потому что они специально останавливают движение. Ну, чтоб я отчет делал, понял, да? Все. Теперь от 500. Сейчас идет отчет, если не будет 500, остановка. Понятно? Все. Заканчивает. Все. Только 500 и выше может остановить отчет. Погнали. 14. 13. А вы все это хаваете? У вас как такового и выбора-то нет. Па-па-па! Па-па-па! Итак, 500-й пошел, перебивка времени пошла. Теперь участники могут быть от 1000, от 1000. Все, так точно мы остановим движение. 37. Да, Валер, опять за старое взялся. 35. Заткнись. 34. 8. 7, 6, 5,
4. Слушай, Жмых, я помню официальную дату момента, когда твой дед Мессершмитт Тегориер 5 апреля 1943 года. Не понял, братишка, не понял. Итак, нас перебили, но отчет пошел. Продолжается, потому что от 1002. Для деда не жалко. Блядь! Все, и теперь от 2000. Теперь только от 2000 можно остановить отчет до окончания Мамон Геймса. Не слышу. У меня компрессор какой? У меня... Заново давай. Да ладно! Да вы что, на приколе хапанку хапанули? Ну все, это точно последний сейчас отчет будет, потому что там от 5000 уже пойдет. Там от 5000 надо будет уже и выше задонатить, чтобы остановить. 44. Если что, 42. Я тебе по секрету скажу, сухачи данный видеоряд пойдет в прокуратуру и следственный комитет по городу Самара. Советую сейчас всем дать объяснение того, что ты делаешь. Значит, сейчас идет розыгрыш модерки пожертвованиями. Значит, 47, 39. Итак, чтобы остановить мамонта, нужно задонатить 55 тысяч либо выше. 13. Заново давай. Блин, Галась, это ты что? Мы вроде в гробу перевернулся. Столько раз, сколько Валерка насчитал за стрим. Да не, блин, там покруче. Осуждаю. А? Итак, смотря, сейчас, чтобы остановить карусель мамонта... Ты только телефон отключи во время этой части стрима, а то Ролинка быстро вспомнит, что ей надо сегодня на Ламоде докупить. Все, надо заканчивать, потом десятка останавливают. Не перебивайте. Каждый донат сейчас перебивает отчет, то есть останавливает его. То есть не заново делает, а просто стоп делает. Пауза. Да. Ну, задонать 10к для того, чтобы сидеть с ключом на 20 в очке, как дуба-дуб, я не знаю, какой ебанат на такое решится. Никто не решится, братишка, поэтому сейчас отчет заканчивается, чтобы все по правилам было. Мамон заканчивается, все. 16. 15. Заново давай. Да вы чё, в натуре или чё? Да вы чё? Сейчас могут участвовать только десятки. Ну вот нашли нового попущенца. Я уверен, ключ в очко ему уже залетел. Раля уже, наверное, ищет его номер, чтобы этот шейф сразу после рокера зашел к ней на распаковку Ламоды. 9. 8. Мне просто нравится твой голос. Давай еще раз заново. Клянусь, нахуй, это не я совсем доначу. Я же представляю, как этот трич, блядь, сделал картинку мамонта этого Мавродия и с моим лицом. Я так вот типа сижу, руки за голову. Я тебе ебать, снесу уебище, если такое будет. Я знаю, кто тебе задонатил эти 20, это был Трич ТВ, он поделился с тобой, а ты так перед ними не извинился, извинись, женщина. Да, бля, это не он был. Вот что-то Легалайз молчит, что-то его в чате не видно, это наверняка он там втихаря делает. 12 уже. Мадирку не прошу, просто нравится, что ты делаешь. Ну и хочется продлить Мамонт Геймс. Давай заново. Да что это такое вообще? Да вы чё? Да это я вам отвечаю, пацаны, ребята, это не я. Это кто-то из чата зябл какой-то. Это Моринштерн, наверное, из Дубая донатит. Я даже не ожидал, что Мамонт Солюшен Слабян Продакшн попрет так. Трич, я, конечно, понимаю, что ты богатый и успешный миллионер, клепающий нарезки с попусками деда, но я думаю, пора перестать ему донатить, дед. В любом случае тебе сделает мадирку. Да, это он. Не, это не он, вряд ли. Это наверное. Это, наверное, Легалайз, либо Маринчен, блин. 15. Ладно, последний раз давай и хватит. С днем рождения, кстати. Давай заново.
Пацаны, два! Два, мамонтёр! Держи реальный донат. Ебать! Задрал себе уже донатить. Да город не Истин. Я отвечаю! Просто подержу хочу. Хоть и не знаю, что это такое. Это точно не я! Рассветай! Я владею ручкой! Подали! Донаты рекой! Выходи! Я в ламоду! За обувью крутой! Как там на заводе? Да тихо ты! Вор должен сидеть в тюрьме! А куда в ВК написать-то? Нельзя! Вот это вот осуждаю! Трич ТВ фиксируй данные сучьи без предела. Нельзя, блядь! Я запрещаю вам фиксирую! Я запрещаю делать фиксацию! Смотри. Во. Итак, смотря. Во. Все, как и просили. Читается. Все читается. Во. Масоры меня видно или нет? Вот так вот смотря. Вот так вот. Меня видно так смотря. Итак, тем временем мамонт продолжается. Я чёт пошёл, смотря. И вы говорите, что он нормальный ловек, да он же вор, жулик, самарский мавроди, даже хуже. Брат. Мог бы эти деньги отправить в приют ебать, или детям, брат. Которых онкология. А вы ещё его кормите. Мне стыдно за вас. Итак, смотря, значит, сейчас, итак, смотря, во, итак, смотря, значит, отчет идет, да, 54 до 0, и завершаем Мамонт Геймс, смотря. Фатима, покажи личико, а ты в намазку шапку то надел. Тебе там холодно, что ли? Это, конечно, мхы. Чтоб лысину не было видно, понял? Итак, смотря. Все. 50. 49. 48. Итак, 47. 41. Пена, ты когда успел в Аль-Каиду вступить? Туда же женщин не берут, тем более лысых. Боже, шо за бред? О, так, вот эта сука, чтоб вот этого скрина, да, на фоне вот этого не было. Если я увижу, что ты это со скринем, я тебе сказал, бля. Итак, 30, 27, 26, 25, 21. Ладно, теперь уж точно последний. Успехов в Творец ТВ. Если ты будешь писать от моего имени, то это все. Береги себя, заряжай нас позитивом. Все. Итак, смотря. А хочешь, смотря. А, нет, там девушка камера стоит. Так... Вот это все сейчас участники, да, попадают на карусель счастья. То есть будет крутиться некая рулетка. В зависимости от суммы доната,
у вас будет стоять процент. Соответственно, там, да, 150 рублей вот участник, он там имеет 1% и так далее. Чем выше донат, тем больше процент. Я здесь, я приехал. Два. Цифра 2, пацаны. Получается, наш победитель — это блядский Тидрах, сука, да ладно, мой главный хейтер и модер, пошел! Я человек серьезный, так уж и быть. Я забыл, я вам говорил в начале этой игры, что модерка дается всего лишь на неделю, или нет? Ну и ладно, я вам сейчас об этом скажу. Итак, Тидрах, поздравляю тебя, ты победил. Да, ты победил. Все по-честному, вы сами все видели, все на потоке, все как бы, да. Тидрах у нас выиграл, да, вот, как говорится. Ну, повезло ему больше, потому что у него больше был вклад, и поэтому сам круг рулетки для него был больше, из-за того, что он больше сделал донат. Ну, мог выиграть каждый из вас, вот, очень, как бы, я, значит, ну, так сказать, переживал за всех вас, хотел, чтобы каждый из вас был модером, точнее, да, потому что каждый из вас достоин быть модером. Вот, несмотря на то, сколько вы сделали вклад в Мамонт, вот, абсолютно я вас люблю всех одинаково, да. Вот, ну, так случилось, как случилось, поздравляем Тидраха, он выиграл в этом бою. Тидрах, поздравляю, ты модератор.